Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас 23 февраля. Мужики, всех с праздником! И сегодня у нас на канале новое видео по оживлению победы. Она стоит у меня за спиной на полочке. Вот. Пока мы ждем новой посылочки от УАЗика. Вот, пока он простаивает. Принято решение немножечко привести до ума, довести до ума, подсобрать победу. Вы все знаете то, что я ее приобрел не новую. Вот, и частично деталей на ней не хватает. У меня с ней была коробочка. Я ее показывал в обзорах. В распаковке. Тут у меня вон и стремяночки всякие. Ну, это детали обшивки, салон. Вот. Кое-что есть. Но я до конца, в принципе, не смотрел, какие именно номера. И вот сейчас вместе с записью видео будем разбираться, что есть, чего нет. Знаю точно, у меня не было одного колеса, точнее не колеса, а не было колпачка одного, вот, такого вот оригинального. И я приобрел еще несколько номеров, папка с журналами по сборке модели. Схема прям сборки вся тут есть. Ну, кое-что. Мало номеров, конечно, но сколько было, плюс папочка. И вот несколько номеров. То, что на первый взгляд я уже видел, чего не хватает. Вот, я присматривал. Получилось так, что приобрел сразу несколько колес. Ну, потому что человек так продавал. Вот, есть даже прям новенькое запечатанное. Вот, собранное одно. Диск. Дополнительные запчасти. Вот, еще одно колесо. Так что с колпачками теперь проблем не будет. Колес теперь много. Вот. Колес теперь на две победы, 8 штук. Хотя одно там, по-моему, в запаске еще лежало. Так, вот барабаны. Все сюда положу. И самое главное, это бампера. У меня один был, одного не было. Также в посылке передняя подвеска, часть. Вот, но у меня, по-моему, сломана рулевая тяга, поэтому я ее и приобрел. Вот. Отверточки. Смотрим, кстати, на прогресс. От победы, от УАЗика. Так, и капот. Капот со всеми надписями. Не буду сейчас пока что доставать его. Потому что у меня не было боковых надписей. Но сейчас мы ее еще раз поближе всю посмотрим. Сейчас я ее поставлю на стол, разберу немножечко. Вот, и посмотрим уже на нее поближе. Вот она, наша победа. Частично здесь уже отваливается кое-что. Уже даже приклеивали. Ну что, разговаривать много не придется. Есть вот задний бампер. Теперь у меня будет еще один новый, потому что тут отломано. Потому что тут отломано крепление. Далее. Ну, придется тут разбирать все. Плохо очень собрано. Пружинки. Вот. Допустим, капот. У капота нету эмблемы. На новой вроде есть. Боковые названия. Вот здесь оно есть, которое отвалилось практически. Здесь его с этой стороны совсем нету. Я так понимаю, то, что буду полностью ее, ну, как, что будет мешаться, буду разбирать. Вот, и смотреть, чего не хватает. Распаковывать все те номера, которые недособраны. Вот. Ну и
смотреть, что тут получается. Потому что тут должен и свет гореть, руль крутиться, поворачиваться. Ну, посмотрим. И будем искать недостающие номера. Как говорится, без фанатизма прям до конца. Но чтобы внешка у нас была, так сказать, полочного экземпляра. А дальше уже посмотрим, куда это все дело выплывет. Ну, смотрим, наблюдаем. Снимать не знаю, что именно буду. Вот, потому что не знаю, насколько долго и как часто мне с ней будет время работать. Ну все, поехали.